Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами поговорим о таких таблеточках Эксперт волос. Я расскажу вам свой отзыв, как они мне помогли или не помогли. И также давайте для начала вы посмотрите маленький обзорчик. На них я делала, какие они внутри. Как что там. Сейчас будет ролик, посмотрите. И сегодня у нас обзор вот таких вот лекарств Эксперт волос от Эвалар. Так, здесь 60 таблеток на месяц приема. В день надо пить 2 таблетки. Так выглядит эта коробочка. Здесь давайте поближе посмотрим. Здесь написано состав. Здесь противопоказания. Во время беременности нельзя. Вот, срок годности 3 года. Так, сейчас. 3 года у меня он до 22 года. До мая. Так, здесь, значит, всего цена 480. Но я купила за 423 рубля. Я положила в корзину, когда он стоил 423. Потом он подорожал, 480 стал стоить, но у меня по-прежнему в корзине он лежал за 423. Вот, немножко коробочка тут потрепанная. И давайте его посмотрим внутри. А здесь есть тоже инструкция. То есть она на коробочке есть и внутри. Так, ну давайте ее посмотрим. Здесь нам предлагают какие-то что-то для волос, похожее на крем, баночка, но не знаю, что это может быть. Здесь казахстанский. Подходит для всех типов волос. А, ну тут, конечно же, реклама. Есть еще спрей для волос, у меня тоже есть он. Как бы вот такая вот. Ничего такого примечательного здесь нету. Вот. И расскажу вам немножечко, почему я стала его пить. У меня во время беременности как бы у меня было все хорошо, а после беременности, через год, я родила летом, а через год уже весной у меня начали очень сильно выпадать волосы. А тогда я просто покрасила волосы, они меньше стали выпадать. В следующую, значит, весну опять начали сильно выпадать. Я снова покрасила. Выпадение, ну, вроде так, это остановилось, но в какой-то момент продолжилось. И вот уже, наверное, больше полугода у меня волосы все равно выпадают. Уже дело близится к весне. Вот сейчас у нас январь, но они выпадают. Волосы стали какие-то просто прозрачные. Поэтому я решила купить вот такие вот таблетки. Пропить. Я до этого пропивала другие. Где-то год назад, что ли, вот где-то так. Но бесполезно, мне ничего не помогало. А вот эти вот, на них много есть отзывов. Я думаю, они должны помочь. Их надо принимать 3 месяца. То есть это вот одна пачка. Еще потом я посмотрю, будет ли мне помогать, остановится ли прекращение именно выпадения волос. Потому что там в течение, по-моему, 2 недель или в течение недели, что ли, они должны прекратиться выпадать. Если они выпадать перестанут, тогда я пропью целый месяц. Вот, вернее, 3 месяца. Вот, если нет, значит нет. Попробуем. Вот. Такие вот так они выглядят. Маленькие, вернее, овальненькие такие, беленькие. Вот здесь их 5 штук таких. Вот они. 5 штук. Вот, и также я сейчас у вас на экране выйдет фотография моих волос, как сейчас они выглядят, то есть до и потом. Потом, наверное, этот ролик я продолжу, это будет все в одном ролике.
я продолжу, будет после. То есть следующий ролик я сниму, наверное, через 3 месяца. Все сделаю в одном ролике, чтобы... Посмотрели вы ролик. Вот они, мои 3 пачечки, которые стоили 480-490 рублей. Ну, где-то в среднем за 3 штучки у меня ушло 1500 рублей. А скажу сразу, у меня волосы начали выпадать после появления малыша, то есть после родов, но выпадали они весной. И с прошлого года с весны и по сей день они выпадают. То есть у меня были шикарные густые волосы, сейчас это вот все, что вот от этого всего осталось. И, конечно, начиталось очень много отзывов, что людям, девушкам вернее, они помогают. Подумала, что надо уже что-то делать, нужно что-то принимать. До этого я принимала другие лекарства против выпадения, но мне не помогали они. Честно сказать, эти мне тоже не помогли. На период, пока я принимала 3 месяца их, конечно, волосы у меня не выпадали. Ну, выпадали чуть-чуть совсем, прям капельку. Вот, клочок волос, к сожалению, у меня муж выкинул, поэтому я копила-копила, но так, мне кажется, это немножечко некрасиво показывать волосы, немножечко, ну, не знаю, как-то не всем будет приятно смотреть какие-то волосы, клочок волос, но выпадало чуть-чуть. Сейчас я, наверное, дня 3, как уже не принимаю эти лекарства, у меня опять начали выпадать волосы, выпадают очень-очень много, довольно много, то есть вот буквально вот сидишь, ну вот они, пожалуйста, они уже выпали. Чуть-чуть вот я подцепила, буквально там стоит расчесаться. Вот стоит немножечко расчесаться, и они выпадают. То есть, ну, видимо, это так должно быть там по истечению. Я надеюсь, когда моему малышу исполнится 3 года, это уже через 2 месяца с лишним, может быть, они у меня перестанут выпадать. Я обязательно это все напишу вам в комментариях, когда они перестанут выпадать. Естественно, прежде чем купить эти лекарства, нет, это не таблетки, не лекарства, это БАД больше всего, конечно, прежде чем их купить, я почитала отзывы. И там было написано то, что многие мамочки, ну, девушки, которые стали мамочками, их принимали, и у них все супер, очень многие. Не знаю, почему у меня не стало все супер. И также сразу хочу сказать то, что там было 2 интересных отзыва, очень таких интересных, которые меня очень сильно впечатлили. Одна, значит, девушка пишет, что якобы из-за этих БАДов она потолстела, поправилась, то есть они виноваты, она поправилась там, все такое. И в конце отзыва написано, правда, я их начала пить, или там после, или там начала пить после праздников новогодних. И я там очень хорошо прям так поела и поправилась. Но виноваты таблетки. Виноваты вот эти вот таблетки. То есть читаешь и думаешь, блин, ну при чем здесь таблетка? Если ты поела, наелась там, объелась, набрала там 5 килограмм, то таблетки не виноваты. Честно говоря, я их пропила 3 месяца, я не заметила, что я прибавила бы весе. Нет, вес я не прибавляла. 2 месяца я сидела на диете, месяц я уже, наверное, как не сижу на диете. Нет, ничего не прибавляю весе. А также второй отзыв. Девушка впала в депрессию благодаря этим таблеткам. И также в конце ролика у меня даже, знаете, было ощущение, как будто это писал совершенно один и тот же человек. Хотя аккаунт, конечно, разные. Вот. И в конце там подписано, мол, ну я, правда, перед тем, как начать пить таблетки, у меня был очень сильный стресс, я впала в депрессию, но все равно виноваты это таблетки. Там, вроде как, девушки, будьте аккуратней. Честно, в депрессию я не впала. Не знаю, может быть, я настолько жизнерадостный человек, что я могу обрадоваться абсолютно всему, даже вот этим вот цветам, искусственным, кстати, там, или появлению там на улице нового листочка, или который на меня упадет в листочек, я могу обрадоваться. Не знаю, может быть, я. Может быть, кто-то впадал действительно в депрессию. Но я думаю, если переволноваться, то можно и без таблеток впасть в депрессию. То есть, в принципе, таблетки эти не виноваты. Но в любом случае читайте инструкцию. Какая инструкция, что-то. Может быть, там что-то написано. Честно, я никогда не читаю
инструкцию, чтобы лишний раз об этом не думать и потом не впадать во что-то такое там подобное. Вот. Также давайте, наверное, все так девушки любят показывать, что находится внутри, что я пропила эти таблетки. И давайте это все вытащим, посмотрим, а то вдруг я не пропила что-нибудь. Да, пожалуйста, вот они. Все они пустые. Даже, честно говоря, немножечко обидно то, что они мне не помогли. Это немножечко обидно. То есть, вот, пожалуйста. Нет, все пропила, все таблетки. То есть, в каждой пачке у нас с вами 60 таблеток. Довольно много я пропила, все таблетки я выпила. Обидно, что я почти потратила 1500, но результат ноль. Также, кстати, я еще брызгала средством специальным. Сейчас я его покажу. Вот такое средство. Это тоже эксперт волос. Лосьон для укрепления волос. Честно говоря, мне кажется, он немножечко мне помог. Потому что в какой-то степени, вот где-то вот на этих волосах, вот здесь какая-то у меня, короче, одна есть прядь, она... А вот она. Подождите, где она? Вот она. Она невероятно, короче, длинная. И она как раз вот начинается где-то вот здесь. Вот эта прядь. Возможно, что я здесь очень хорошо так побрызгала, и что она у меня прям классно так отросла. Вот. Ну, мне кажется, может быть, именно вот он немножко помогает, но тут им очень сложно брызгать. То есть, когда вы брызгаете вот так, он нифига не брызгается. Его как-то вот надо вот повернуть, я не знаю как. Я просто брызгала на руку, и потом раз вот так вот. Еще там добавку надо растереть. Там же еще растереть надо. Ну, блин, как тут волосы нафиг разотрешь еще вдобавок. Я надеюсь, что я правильно прочла. Где-то 3-4 раза в неделю я брызгала через день. Ну, не знаю, честно говоря, отросли ли у меня волосы. А вот здесь вот заметно, что они растут. Пушок там вот какой-то появляется, одуванчики там, как любят говорить некоторые девушки, да? То есть они тут растут. У меня нету здесь на голове какого-то облысения там или чего-то еще. Но самое ужасное то, что второй год у меня не увеличивается длина волос. То есть она вот как вот застыла там где-то вот мне по пояс, и все, она вот так вот осталась второй год. Я не стригу ничего, но я не знаю, почему она не увеличивается. Также... Давайте расскажу я моменты, мне немножечко все-таки помогало. То есть первый, второй год по весне у меня выпадали волосы, и мне помогала покраска. Я подумала, наверное, надо покраситься. Тогда волосы перестанут выпадать. Первый раз я покрасилась, у меня перестали выпадать. Но цвет был не очень, и я не помню, то ли я этим же... Летом перекрасилась. Короче, в итоге я 3 раза красилась. И последний раз вот я как раз прошлую, по-моему, весну, да, покрасилась. То есть у меня волосы выпадали, я покрасилась, но волосы продолжали дальше выпадать. То есть эта вот покраска, она где-то видна, она где-то заканчивается, наверное, вот тут. То есть, ну, где-то вот столько у меня точно отросло. Но самое ужасное то, что волосы не увеличились в размере. То есть она тут у меня растет, а здесь вот остается в том же месте, где остается. Ну, короче, вы поняли. То есть это немножечко удивительно, если честно. Кстати, также эксперт волос предлагает нам еще разные. Что там еще? Витамин. А, ну да, витамины. Шампунь еще у него есть. И ополаскиватель. Их я не пробовала, но по отзывам читала, что если уж вам не помогают таблетки, то и шампунь вам тоже не поможет. То есть, ну, такой вариант. Также я принимала какие-то там другие. Есть таблетки, которые стоят 700 рублей. Правда, я 1 месяц всего лишь принимала. Это вот в самом начале, когда я только появился у меня малыш. Я помню, как я шла по улице. Был такой, ну, сильный был ветер такой. Лето, и я иду в шортиках. И чувствую, как у меня по ногам сползают волосы. И я думала, блин, наверное, у меня от ветра уже выпадает. Ветер-то вроде не сильный. И я помню, в этот день как раз купила другие лекарства, но мне тоже они особо не помогли. Пропила я, толку не было. Вот.
Это вот еще один момент. И также третье средство. Сейчас я его покажу. Третье средство — это у нас эсвицин. Такое продается в аптеке. Не в каждой аптеке, кстати. Стоит оно где-то 60 или 120, я сейчас не помню. По-разному, видимо, цены. Она довольно жиденькая. И здесь написано либо выливать на волосы, но она практически как вода, это очень сложно. Вылить на волосы и успеть еще там помассировать чего-то там или взбить в пену, я не помню. Либо можно добавить в шампунь. Я добавляла в шампунь, вот, чтобы хоть как-то это все... Нет, тоже ноль. Он мне не помог. Волосы как выпадали, так и выпадают. Самое ужасное у меня то, что когда я мою шампунь, волосы не выпадают. Когда я мою бальзамом, волосы начинают выпадать. И тут создается другой момент. Если я не буду мыть, допустим, волосы бальзамом, то я не смогу их расчесать. И они опять же выпадут. То есть, ну, как-то вот так вот. Видимо, это все-таки момент. Нужно переждать, нужно потерпеть. И я надеюсь, что волосы у меня перестанут выпадать. А также есть еще маленький моментик, наверное, такая вот штука, вы все знаете, которая вот массирует. Она тоже не помогла. Вот. А шампуни против выпадения волос тоже не помогают. Пробовала. Честно говоря, когда начинают очень сильно выпадать волосы, их даже не хочется уже ни мыть, ни расчесывать. Мне вот, честно говоря, хочется, знаете, какую-то вот одеть, завязать волосы так вот нормально, одеть какую-то вот так вот шапку просто, и все. И чтобы вот они хоть как-то там какое-то время сохранились. Но, к сожалению, у нас такого нету. Вы спите, вы дергаете этой шапкой, там в итоге потом будет сложнее расчесать. Вот, поэтому, ну, вот такая, короче, у меня получилась с вами история. А такой отзыв, мне кажется, все-таки нужно, кто родил недавно и родил именно мальчиков, нужно все-таки ждать, наверное. Хотя, конечно, за эти 3 месяца, пока я принимала таблетки, волосы выпадали чуть меньше. Ну, в принципе, если у вас очень много денег, вы можете сделать перерыв. Там, по-моему, написано, надо сделать перерыв, и можно снова пить. Потому что за эти 3 месяца, в принципе, выпадали волосы чуть-чуть меньше, капельку меньше, но выпадали. Как бы, ну, можно как такой вот, какой-то небольшой момент, как переждать. Ну, как бы ты пьешь таблетки, выпадают чуть меньше, а время как бы идет. И потом, в конечном итоге, у вас выпадут не так много волос. То есть можно, как, например, такой вариант. Вот. Но мне немножко, честно говоря, жалко то, что я потратила целых 1500 рублей. А волосы в итоге по окончанию пропития таблеток, они продолжают выпадать. Это обидно. Это очень обидно на самом деле. Вот, мне многие говорили, может быть, говорит, у тебя такие вот длинные волосы, поэтому они выпадают. Я говорю, ну, у меня нет других вариантов, честно говоря. Если я сейчас вот эти вот волосы обрежу, они у меня просто так станут шапкой. Я знаю себя, я знаю свои волосы. Я уже так делала, они просто становились шапкой. И ждать, пока они отрастут, это очень-очень-очень долго. Это не 1 год, это 2-3 года. Поэтому, блин... Сидишь просто дома, смотришь на свои выпавшие волосы и понимаешь, что вариантов больше нету. Надо ждать. А у тех, кто родил девочек, у них, по-моему, недавно вот я читала комментарии, у них, по-моему, 2-2.5 года, и волосы перестают выпадать. Те, кто родил мальчиков, как я, у них вроде бы, как кто-то мне рассказывал, где-то я читала, наверное, у них много... Чего у них там много-то? Много мужских гормонов. Поскольку был мальчик, то мужских гормонов. И за счет этого у нас выпадают волосы. Вот. Короче, так вот. Я надеюсь, что скоро моему малышу уже будет 3 года. И вроде как после этого должны волосы перестать выпадать. Я очень на это надеюсь. Иначе к следующей весне я, наверное, точно облысею. Но, тем не менее, лысин у меня здесь нету. То есть, ну... Ну, волосы стали гораздо, конечно, тоньше, они вон какие тоненькие, и уже прямо вот она, клочочек. То есть, ну, блин, жалко, действительно жалко. Понимаю, что ты девушка, это волосы твои, это твоя красота, которая выпадает. Это очень обидно, это очень обидно. Вот,
Я надеюсь, то, что я ответила на все ваши вопросы. Все, надеюсь, что рассказала. Будем ждать. Да, будем ждать, наверное. Потом я напишу все в комментарии. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. Смотрите другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем. Также у нас есть обзоры на продукты. Продукты из фикс-прайса, светофора, победы. Обзоры на технику, живопись. И там много-много всего интересного. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.